Кандзяты Чувашии заняли первые места в нескольких номинациях 6-го всероссийского конкурса «Смотр строя песни. Марш победителя», который на днях завершился в Москве. Конкурс приурочен к 72-й годовщине Великой Победы. Кандзяты Калининской, Маргаушской и Красночитайской школ показали безупречную форму и подготовку, блестящие знания истории России и отличные результаты при сборке-разборке автомата. Вопросы дальнейшего развития кадетского движения обсуждали на еженедельном совещании у главы Чувашии. В частности, речь шла о том, что уже в мае в Чебоксарах начнется строительство кадетского корпуса. Через полтора года республиканский кадетский корпус примет первых курсантов. Сейчас конструкторское бюро «Классика» разрабатывает проект, а в мае начнется строительство. Помимо учебного корпуса появится и общежитие на 250 мест. Строительство в первой очереди будет осуществляться за счет республиканских средств. А что касается строительства второго корпуса, это уже на основе договоренности главы Чувашской республики с руководителем группы компании «Ренова» Виктором Виксельбергом.